В преддверии Дня пожилого человека и Дня учителя в Музее истории ОГУ собрались ветераны вуза и студенты-активисты университета. Ректор Жанна Ермакова тепло поприветствовала людей, проработавших в стенах учебного заведения по 40, 50 и более лет. Вам всего самого наилучшего, здоровья, чтобы вы всегда ходили своими ногами, думали своей головой, делали все своими руками и служили нам, людям, скажем так, более молодого поколения, служили примером для того, чтобы было понятно, а куда надо идти, к чему надо стремиться. Вот к таким людям, ребята, надо стремиться. Под аплодисменты студентов ветеранам были торжественно вручены благодарности и памятные подарки от ректора и профсоюзной организации вуза. Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и помнят. И в тишине задумавшихся комнат они нас ждут. Стихи Андрея Дементьева в исполнении студента второго курса финансово-экономического факультета Даниила Добрина, казалось, были написаны специально для этой встречи.